Привет, мои солнышки, Англия на связи. Я за оградой нахожусь. У меня здесь ирис вот такой зацвел среди камней. Такой прикольный, дикий. Ну-ка, настроится она поближе сюда. Ага, дикий такой. Я подстриг пироканту забор. Подровнял ровненько. Конечно, состриг здесь цветов кучу, но зато теперь ровненько. И здесь тоже состриг. Все состриг. Вот вторую часть я не стриг. А вот ту часть ниже не понижал пока. Не знаю, буду и не буду понижать. Все состриг. Здесь тоже все состриг. Вот эту тоже подровнял часть. Все состриг. Здесь тоже все подровнял. Тут тоже часть подровнял. Где она там? Вот я ее сбоку тоже, я имею в виду, подровнял. Здесь пересклет. Здесь ее тоже так все ровненько подровнял. Пион до сих пор не цветет еще. Вот так полег. Его надо поднимать. Где-то там. Непонятно где. Не знаю, буду подниматься или не буду. Ну вот. Здесь вот эти посадил петуни, которые взял на рынке. По рубль 90. Одна такая темно-бордовая, другая малиново-бордовая. Два тут вида. Ну, очень похожий цвет. Но я думаю, что когда они разрастутся, будет видно. Немножко как бы оттеночек другой. Это все я подровнял. Она уже потихоньку начинает обсыпаться. Ну, эти тоже петуни посадил в горшочек. И вот такие вот цветы посадил, как у Наталки в Аргентине. Но только у нее белая, а у меня вот такие вот загнутые. По-моему, это они же и есть. В общем... Ну, эти тоже вот уже разрослись. Красивые красавцы. Ой, сейчас хотел фотку сделать заодно. Рука зацепилась. Тоже корзиночки. Посмотрим, как будут разрастаться. Не знаю, сегодня надо поливать, не надо. Завтра, может, полью. В общем, такие дела. Надо вот еще грушу стричь. Ветки, чтобы сильно не разрасталась. Лиственница моя. Ну, пол я без кешера так просто помыл пока. И лиственница тоже. Вот она еще где-то на метр, наверное, или на полметра, на метр вырастет в этом году уже. Начнет закрывать. Я забор-то понизил, теперь ствол оголился. Ну ладно, она сейчас там вниз будет бросать. Ну, вообще будет потом классно, потому что потом будут такие длинные ветки и закрывать будут часть патио с северной стороны. Солнце закрывать не будут. Магнолия отцвела, надо теперь их подкормить. Подкормить надо. Я уже витамины там нашел, это раствор. Надо будет подкормить. Завтра или как на днях сделаю. На ней уже ягодки. Желтые будут. Все, короче говоря, обхерачил. Вот здесь в середине было много выпуклого. И пришлось почти все ягоды состричь. Ну ладно, ровно теперь зато. Ну вот осталось, ладно, на осень. Здесь вот много будет ягод. Здесь вот такая вот проплешина немножко. Ну, летом еще надо будет ее подстричь раз, где-то в конце июля. И все, и на следующий год уже будет опять вся стена ягод, если вовремя успеешь подстричь летом. Не запустишь в осень. Постараюсь подстричь ее летом опять. Птицы поют, небо голубое. Мы сторонники разбоя. Этот уже выше меня ростом, огромный.
как ее еще не распушилась сосна. Такая тоже есть сосенка в горшке. В общем, такие дела. Эти растюшки мои дракарии растут. Вот эта хоть подросла, то вообще была вот такая одна веточка всего синяя. Ну, тоже она потом будет такая круглая, большая. Такие дела. Такие дела. Батарейка садится. Готовил кушать. Звезды мои, звезды, 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 звезды. Ладненько, прощаюсь на этом.